Долгое время гиен считали одними из самых таинственных и малоизученных созданий животного мира. Именно поэтому о гиенах ходили самые невероятные слухи, в которые, как ни странно, верили даже самые благоразумные люди. Например, коренные жители Африки, глядя на настойчивость и энтузиазм, с которым эти животные разрывали могилы, были убеждены, что гиены связаны со злыми духами, а сами являются оборотнями. Арабы, убивая это животное, закапывали его голову как можно глубже в песок, чтобы оно не вернулось и не отомстило за свое убийство. В семейство гиеновых входит 4 вида – пятнистая гиена, бурая гиена, полосатая гиена и земляной волк. Из-за своего внешнего вида гиен часто ошибочно относят к семейству собачьих. Внешне гиены может быть и похожи на страшных беспородных собак с короткой толстой головой и заостренной мордой, но они все-таки не собаки. Давайте рассмотрим каждую гиену по отдельности. Пятнистая гиена. Из всех видов гиен это самая крупная. Она достигает в длину 130 см, а высоты 80 см. Мех пятнистой гиены короче, чем у других видов, сероватого цвета с бурыми пятнами на боках. Окраска подвержена вариациям, бывает светлее и темнее, уши округлой формы. Пятнистая гиена живет в Южной и Восточной Африке. До недавнего времени этих гиен считали падальщиками, однако в последние исследования показали, что в 90% случаев гиены охотятся на намеченную жертву. Во время охоты пятнистые гиены развивают скорость до 60 км в час. Они способны поймать и съесть практически любое животное, от мелких антилоп до буйволов и молодых жирафов. Бытует мнение, что гиены отнимают добычу львов. На самом же деле, это львы часто овладевают добычей гиен. А еще львы нередко убивают гиен и их детенышей. С другой же стороны, старые львы нередко находят свою смерть в зубах гиен. Бурая гиена. Ее еще называют береговой гиеной. Свое второе название она получила из-за того, что обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки и держится поблизости от моря. В отличие от пятнистой гиены, рост буры значительно меньше, а ее шерсть длинная и грубая, однообразного цвета и без пятен. Ее пищу составляет падаль и морские отбросы. Самки и самцы практически неотличимы друг от друга. В клан бурых гиен входит от 4 до 15 особей. Главой клана является самец. У них социальная иерархия, подобная волчьей с альфа-самцами и альфа-самками. Полосатая гиена. Единственная из гиен, которая встречается за пределами Африки. Водится во всей Северной Африке, в значительной части Азии, от Средиземного моря до Бенгальского залива. Обычно для северо-западной и Средней Индии. У полосатых гиен самцы крупнее самок. По большей части они питаются падалью. Могут довольствоваться даже голым скелетом копытных. Благодаря мощным челюстям гиены легко разгрызают любые кости. Полосатая гиена практически всеядна. Она ловит любую живность, с которой в состоянии справиться и которую может догнать. Ест насекомых, разоряет наземные гнезда птиц. Даже растения составляют немаловажную часть рациона. Они охотно поедают многие виды сочных растений, но особенно любят дыни и арбузы. А еще они едят орехи и семена. Земляной волк. Название этой гиены отражает ее привычку обитать в норах. Земляной волк вдвое мельче настоящих гиен. Невзирая на внешнее сходство с полосатой гиеной, земляного волка легко от нее отличить. Телосложение у земляного волка более хрупкое, встречается в Восточной и Южной Африке. Его ареал разорван тропическими лесами Замбии и Южной Танзании, где эта гиена не водится. Поэтому одна популяция земляного волка обитает в Южной Африке, другая более северная популяция встречается от центральной Танзании вплоть до юго-восточной оконечности Египта. Аборигены традиционно охотятся на земляных волков ради мяса и меха. Этот вид встречается не так часто, однако его не относят к числу вымирающих. Из-за того, что земляной волк ведет ночной образ жизни и предпочитает скрытность,
наблюдения за ним затруднены. Основную угрозу для него представляют нападения собак, дорожные инциденты и отравление ядовитыми веществами, которые используют против насекомых-вредителей. Земляные волки играют заметную роль в контроле за популяциями термитов. Мы очень коротко рассказали об этих интересных созданиях. Вероятно, редко какие животные вызывают у людей такую неприязнь, как гиены. Ни их внешний вид, ни дикое поведение во время охоты не настраивают на положительные эмоции. К сожалению, даже многие известные люди не очень-то лестно отзывались о них. Вот, например, как отозвался о гиенах известный немецкий ученый-зоолог XIX века Альфред Брем. Слышите, как их голоса напоминают сатанинский хохот? Так знаете же, что в них действительно смеется дьявол. Много зла они натворили уже. Даже Эрнест Хемингуэй, хорошо знавший повадки разных животных, знал о гиенах только то, что они гермафродиты, оскверняющие мертвецов. Нет ничего странного, что такое непривлекательное животное не очень-то интересовало исследователей. Недобрая информация передавалась из книги в книгу, превращаясь в факты, которые особо никто не проверял. И только в 1984 году в Калифорнии открылся центр по изучению гиен. Ученые, работающие там, узнали много интересного об этих необычных животных. Теперь же гиены по праву считаются санитарами африканских просторов. Поедая трупы мертвых животных, эти звери предупреждают распространение болезней в саваннах и пустынях. Многие ученые считают, что без этих веками презираемых существ саванна вполне могла бы превратиться в зловонную пустошь. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!